2024 год, 1 мая, приехали ребенок Хайотбек с диагнозом, значит, лейкомаляция, диффузная лейкомаляция. На фоне лейкомаляции образовалось тотальное рубцово-атрофическое изменение с гидроцефалией. И гидроцефалия, значит, обхватывает всю головной мозг. Сейчас задаю вопрос, почему не оперировались? Это узбекский апраман. Демек, бимор, лейкомаляция мухтыда, гидроцефалия болып келяпты. Гидроцефалия болып келяпты. Гидроцефалия бүтін мияны егерлеген. Беда азыманы иры. Аяс боланы онасы ва бувасыян бор. Кайнасы мысыз? Значит, есть теща, есть муж, есть это. Спрашиваем, почему не оперируетесь? Не могу операция кылдырмадыңыз? А мен гарантия бермеймін. Операция кылдырыш керек. Операция да отказ кылса, кейін менге келишиңиз керек. Түшүндүңүз? Мен үчүн агар операция кылдырмадым, сизге келдим десеңиз, одашасыз. Барып нейрохирургка көрүнөсүз. Операция кыламанса кигизип жиберейин. Лекин мен операциясыз даваалайман деп эч кимге гарантия бермеймин. Чүнки бул жерде биринчиден буну барсыз операция кылмаса керек, чүнки мияны неч фаизи жок. Кечеде 12 күнү барып ташкенген. Нейрохирург көрдү. Неч фаизи жок деди. Миясы кечээ ал суу өтүп кетмеген деди. Миясы ачык деди халы. Миясыга суу көпөймөгөн деди. Bu nima ekan? MSK qildirganimizda bunga nisbatan kechirim aytdim. Yaxshi dedi-da. Qani ko'rsating MSK-ingizni? MSK-da narxda edi. Unda nima operatsiya qildirmaysiz? Operatsiya ko'tara olmaydi deb o'yladim. Ko'pdan operatsiya tayinlash kerak, gemoglobinni kam, 15 kun vaqt ketadi. 15 kungacha ko'ziga ziyon yetib qolmasin deb sizga olib keldim. Operatsiyadan qo'rqdim. Ko'plar sizdan shifo topgan uchun sizga xulosa qilib sizga olib keldim. Endi bu yerda bunda mana o'zingiz qarang, mana shu oppog'i hammasi miyani yemirilgan qismi. Bitar da yemirilmagan miyani ko'rsatdilar, yoniga qo'yib. Mana hozir miyani ko'rsatamiz, yemirilmagan qismini. Ay ko'rsatdilar, bitar da yemirilmagan. Ikkosini endi ushlang. Ushlang, ko'rmaysiz mana. Mana miyani ikki ko'ring mana farqini. Bu yemirilmagan qismi, mana bu yerda yemirilgan joyi bor ekan. Bu sizniki mana. Ko'rdingiz mana? Oq qismi yemirilib ketgan. Xo'p, nech foiz yemirilgan sizga deb o'ylaysiz? 70%, 80%. A bo'pti-da, men yolg'on gapirmayapman ekan. Kim bo'lib berdi? Buni olib qo'yavering. Bugun bu yerda chista bor ekan. Xo'p, shuning uchun aytib qo'yaman sizga. Bizga yolg'on gapirish bo'lmaydi. Nisobga qilib olganingiz uchun yaxshi. Chunki haligi tuxumatchi vrachlar ko'p. O'sha tuxumatchi vrachlar bir ikkitasi tuxumat qiladi. Haligi qandashuv ko'pirib keladi. Очень много негативщиков. Они начинают говорить, что вот доктор гарантии, гарантии никому не дают. Приходят негативщики, врачи, там другие там родственники, пациенты. Приходят, хорошо, что я записываю и показываю, потом они уходят. Потому что знают, что я прав. Мене касалым куб, он то касалмас, как членам дома лорама. Бегал, я сейчас понимаю, просто. Мне не зачем вас этот, деда, чтобы себя, понимаете, деда. Вот она, сохжай, я вот она операция была довольна, брат, да? Значит, мне не надо этого. Поэтому сейчас, ну что именно вас беспокоит? Больше научить? Больше им шепки тебе подкунать нельзя. А когда у вас это лашек? Когда у вас это лашек? Разные виды есть. Гидроцефалия. Гидроцефалияның түрлі түрлері бар. Агар гидроцефалия лейкомаляция мұқтыда кеп шығатқан болса, лейкомаляцияның сәбәбі болушы мүмкін. Вируслар, генетика ва метаболизм болушы мүмкін. Яки башқа сәбәбілер. Онда бұ яқсы болушы қиын болады. Чүнкі лейкомаляция дауам етті ұрады, дауам етті ұрады. İlgər günümü bir haftaça buldu, bitti bemarımız gitti kaldı. Üyüde, iki met, bir metre şut koyulgen, iki leke maliyatı muhtu da koyulgen, yedi aylık da koyulgen, biz iki yarım yıl davaladık.
Dekamalatsiyasi o'tib ketgandi. Yaxshi yuruvdi, keyin bitta aqlli boshini yuv desa boshini yuvibdi. Keyin shuntiringlab ketgan. Hozir qo'yib beraman, telefonimda bor. Xolasiz. Keyin nima bo'ldi desam, shuntiringlab ketdi dedi. Ha, sanatoriyaga borsiz yana bittasi bor. Kecha rasmga olganmiz, ehtimol qo'yib berishar. 4 marta shunt qo'ydirgan. Orada shunt bunda xirurglar doim yo'q. Prosta onalar parvarish qilishni bilmaydi shuntni ham. Shunt parvarish qila olmasangiz, bu yotmoqda bezovta qiladi. Endi agar operatsiya qilaman desa qildirish kerak. Lekin operatsiya qilmayman desa men davolayman. Lekin dori-dvo ertaga masalan bu jarayon bir kunda to'xtab qolmaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, bir oyda to'xtaganiki bor, miyani o'sishi, 3 oyda to'xtaganiki bor, 4 oyda to'xtaganiki bor. Uni biz masalan biz maksimum 4 oy, lekin 4 oydan oshib to'xtaganini ko'rmadim. Shu 1-2 oyda to'xtaydi. Hozir o'lchab olamiz. O'lchab olish uchun menga nima berasizlar? Shuning uchun nima o'lchab olamiz. Keyin gaplashamiz. Ну сейчас чуть-чуть расскажу по-русски, что ребенок сейчас повезли нейрохирургии. Нейрохирурги сказали, на фоне лейкомаляции мы не будем оперировать. Но сказали, что головной мозг еще целый, здесь мозг можно восстановить. Если шунт поставим, что мозг возвращаться будет. Я не скажу, что потому что если мозг просто сдавлен, это да. Agar miya qisilib qolgan bo'lsa, da, но когда идет нейродегенеративные изменения, и мозг просто расщепляется, мия yemirilib chirib ketayotgan bo'lsa, и из-за этого увеличится количество выработки жидкости, здесь шунт поможет, но в определенной степени с большим риском. Ozgina foyda beradi, katta xavf bilan. Шуны айтып қояд. Поэтому здесь и мы тоже боимся, и наши нейрохирурги тоже боятся. Это ваш выбор. Можете идти ва-банк, пойти сделать нейрохирургию, можете к нам приехать, доктор Джалилов. Вообще, очень много авторских способов лечения у доктора Джалилова. Очень многие наши невропатологи перевооружаются нашими способами. Вот, в частности, немедленный метод остановки судороги, это метод доктора Джалилова. Оказывается, другие тоже уже узнают, но не на нас не ссылается. Сейчас сначала нас критикуют, а потом начинает нас ссылаться. Вот здесь вот черный, есть вот это место, вот это тоже это признак лейкомаляции. Это не сдавленного. А есть и сдавленные места. Вот здесь есть сдавленные места. Вот, из-за сдавленного места вот такое изменение. Вообще, гидроцефалиан турлары коп, очень много разновидностей. Значит, у вас идет гидроцефалия на фоне, значит, нейродегенеративных воспалительных процессов. Что здесь мы? Мне морально турм махтурамам, вадили на как. Вон, хасинда пауза кладет. Исламбек? 43. Шлака мы? Это самый высокий точка мы? Так, два раза измерим, на всякий случай. Так, где была из катарей? Была. Не чили? 43. 43 и 2. Так, 43 и 2. Инде это окружность головы. Вчера сколько было? Кеча не чили? 10 дней 43. Уже 10 дней 43. Вот это тоже говорит об лейкомаляции. Потому что идет изнутри расщепление. Понимаете? Потому что вчера я открыл, вот это все лейкомаляция. Понятно? Лейкомаляция, есть белое вещество, есть серое вещество. Меня о, ой, курай модалары вон. Инди майдан учебе, здесь будем измерять. Вот ухо, где переходит в, значит, на кожу, так, вот сюда поставим, и на самой высокой точке, вот измеряем. Нечто-то оттас.
Вот 30. Потом всегда посмотри вот на эти вены. Понятно? Потому что вены играют. Здесь идет симптом заката солнца. Közde karacığı pas batı yaptı ve bu şundakini küçüğe yaptı. Lekin hali tonuslar küçüğe megen. Tonuslar yok hali. Burunda az yine defekti var. Niyet bu postik sarot çıkması oldu. Postik sarot? Aparat yapken de 6 yarım arı tuğulgen, 7 tuğulgen, 7 tuğulgen. Peki sarot da şunakla batı, şunakla kaldı. No, şun bu cüm geçit. No, вы тёща напишите, что я не его заставил вас, не дал гарантию, можете даже пойти оперировать. Хорошо? Дай Бог вам здоровья. И узнать изотучила, что была яхшила блок поила, энергия, что была яхша тасовца, шпо берсин, шпо ила курсатсин. Мы этим 80 поезд депоста бош мияда демек. Nima yo'q? Mana bu joylari juda ham xavfli turibdi. Ana bu joylari. Ruchka bor? Bor. Juda xavfli turibdi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, arteriyalni qon aylanishi ham, venozni qon aylanishi ham buzilgan. Keyin bu yerda endi zaključeniyasi o'quvchi o'zi nima deb yozibdi? Prinzik atrofiy bosh polsharglan vasimizni Сварил двухсторонний дисфункциональный коммуляция. МРТ без гигрозама зои стоит человек. Без гигрозама словом мажичок амкеты артегана. В общем, здесь идет тотальный нейродегенеративный изменение. Все. Аллах спас несен, дай Богам здоровье. Аллах спас.